Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юлия Маталыцкая, круизный клуб InCruises. Я являюсь интернациональным директором круизного клуба InCruises. Знаете, это видео я хотела бы назвать «Разоблачение разоблачителей». Да, и это видео я рекомендую отправлять своим партнерам, вам, кто его сейчас смотрит, после того, как вы сказали «нет» InCruises, после просмотренных роликов горе-блогеров, да, которые на этой теме, как сейчас принято называть, да, хайпуют, которые поднимают свои рейтинги в каналах. Вот я хотела бы сказать вам, ребят, у каждого из нас есть своя голова на плечах, и поэтому и у каждого из нас есть свои цели, да, к которым мы, естественно, хотим прийти. Поэтому на пути к вашим целям у вас будет масса препятствий, поверьте мне, и в том числе это будут люди, которые вам будут все время советовать добро, да? Соответственно, таких горе-советчиков очень много. Что я хочу сказать на собственном примере? Я с InCruises уже 4 года, с августа 2016 года. Вот буквально через месяц уже будет 4 года. Я сама являюсь специалистом в туризме с 25-летним стажем. Я мама 3 детей, человек с 2 высшими образованиями и работающий в сетевом бизнесе более 9 лет. Поэтому давайте немножечко порассуждаем на тему все-таки, что же такое InCruises с точки зрения меня, как профессионала во многих областях. Итак, наша компания была создана Майклом Хатчисоном, человеком очень достойным, ведущим бизнесменом Америки и, самое важное, антикризисным менеджером. Вот, антикризисный менеджер сегодня – это очень важная составляющая, потому что мы с вами живем в неспокойные времена. Майкл соединяет 3 тренда, ребята. Тренд растущей круизной индустрии, который сегодня завоевывает мир. Круизная индустрия завоевывает мир. Да, вы скажете мне, сегодня пандемия, сегодня лайнеры не ходят. Бросайте шапку дальше, говорю я своим друзьям и знакомым, потому что сегодня это да. Через 3 месяца, через 5, через 10, окей, через год все возобновится, и мы с вами будем путешествовать. Возможно, вы не будете путешествовать. Будем путешествовать тогда мы, да, потому что мы сегодня накапливаем свои круизные доллары. И смотрите, миссия InCruises – это чтобы как можно больше людей поехало в круизы и могло себе позволить шикарный, элитный отдых, да, для настоящих богатых людей. Но, внимание, за очень небольшие деньги, да, то есть именно в этом миссия. И вторая, я бы сказала, миссия, да, это дать нам с вами 2 ресурса, которых сегодня практически у обычных людей нет. Какие эти ресурсы? Что за ресурсы? Спросите вы меня. Это 2 ресурса. Первый – время, и второй – деньги. То есть люди, которые работают сегодня в InCruises, и мы уже работаем более 4 лет, в январе 2021 года нам будет 5 лет, мы уже сегодня представлены как круизный клуб InCruises в более чем 180 странах, и сегодня у нас уже хорошая репутация в круизном мире. И мы с вами сегодня можем здесь зарабатывать достойные деньги, рекомендуя круизный клуб, рассказывая о круизных путешествиях. Согласитесь, это очень приятная работа, и за нее очень приятно платят. И главное, что я считаю на сегодняшний момент, это экологичность бизнеса. То есть мы людям рассказываем, как они могут реализовать свои мечты. Потому что наверняка многие из вас тоже ходят на тренинги, так же, как и я. И на многих тренингах нас с вами спрашивают, а что бы делали вы, если бы у вас было достаточно денег и много времени? И как вы думаете, что отвечает большинство? А большинство отвечает, мы бы путешествовали. И отвечают это с придыханием, представляете? И мы InCruises даем сегодня людям эту возможность путешествовать на шикарных лайнерах, на лайнерах по очень небольшим деньгам или еще на этом зарабатывая. Кто вообще мог себе такое представить, что можно будет зарабатывать путешествия? Зарабатывать путешествуя. Это мистика, скажете вы мне? Я также думала в 2016 году. И сегодня уже 4 года, как я здесь. Да, и благодаря InCruises вся моя семья вышла совершенно на другой финансовый уровень. Да, и мы уже были в 3 круизах и
4-5 сейчас, к сожалению, из-за пандемии был аннулирован, но я еще расскажу вам, человек из туризма. В отличие от российских турфирм, здесь все деньги нам были возвращены на наши круизные счета, и мы уже забронировали на Новый год круизы, следующие, да, Арабские Эмираты, будем, как говорится, дай бог встречать Новый год 21-й на лайнере в Абу-Даби. Поэтому, ребят, что я могу сказать еще в завершении своего спича такого к вам пламенного, надеюсь, да, что три тренда, которые соединяет Майкл, это действительно тренды. Это растущая круизная индустрия, которая растет с каждым годом, и это тренд сетевого маркетинга, который сегодня является бизнесом 21 века, изучаете эту тему. И третье, тренд – это комьюнити, сообщество. Сегодня благодаря комьюнити Incruises, благодаря сообществу Incruises, мы, люди, обычные люди, такие же, как и вы, мы помогаем друг другу, мы общаемся в разных странах. Понимаете, у нас есть такое понятие «разделяй и властвуй». Да, это то, что происходит, к сожалению, делается не нами, простыми людьми, да? А у нас миссия Incruises наоборот, объединять. И именно в объединении сила, понимаете? Именно в нашем объединении мы общаемся с разными нашими партнерами, членами клуба Incruises из разных стран и помогаем друг другу во многих вопросах. Поэтому в завершении, ребят, пожалуйста, будьте достаточно, знаете как, я хотела сказать умны, нет, наверное, не умны даже, а будьте интуитивны. Почему? Потому что сегодня век, новый век идет у нас с вами, эра Водолея называется, да? Сегодня превыше всего интуиция, что чувствует ваша душа, что чувствует ваше сердце, понимаете? И прочувствуйте, а возможно, это ваша тема Incruises, и никого не слушайте, и идите вперед. Спасибо всем огромное за внимание, благодарю вас. С вами была Юлия Маталыцкая, круизный клуб Incruises.